Говорят, на осенней поляне к северу от озера творится что-то неладное. Знаешь, что это? Разведчики принесли какие-нибудь вести об этом? Как куска. Да, госпожа. В происшествии в Хелгене предположительно был замешан дракон. Он убил нескольких солдат и улетел. Поговори с городской стражей. Нужно подготовить план обороны на случай нападения на рифт. Да, госпожа. С вашего позволения, для вас подготовлен особый экипаж. На всякий случай. Хорошо. Если... Лифтон падет, будет правильнее, если его глава уцелеет. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я управитель Ярла Лейлы, Анурель. Да, чем могу служить? Я считаю, что цели Ульфрика достойные, но в первую очередь меня заботят жители. Они и так-то едва сводят концы с концами. А как им жить теперь, когда... Мое сердце болит за них. Будь в казне побольше средств, я могла бы заботиться обо всех, как о членах одной большой семьи. Говори, я хоть обо всем, что беспокоит моих подданных. Подлог белая грифа слушает, ибо нет мира лучше сон. У нас была назначена... Погляди. Кому-то правда интересно, что я... Мои опыты связаны с привнесением в магический конструкт реагента, позволяющего ему поддерживать постоянное поле гармонизирующей энергии. Ага, так ты изучаешь теоретическую прикладную гармонизацию. Если отставить в сторону константу универсальной инверсии Ралстона, каков был бы твой подход к проблеме? Поглощать гармонизирующую энергию с помощью реагента или позволить ей сгенерировать собственное поле. Увидишь, что значит клещи? Полный абсурд. Может, когда-то клещи и можно было найти в любом доме по всему Тамриэлю, но сейчас уже нет. Погоди, а ведь это отличная мысль. Как клещи удерживают на месте предметы, так и сифон душ может удерживать магические поля. Гениально. Я и не сомневаюсь, что меры по противодействию окончательному многомерному коллапсу тоже тобой предусмотрены. У тебя совсем мозгов нет? Проглотить камень душ. Это одно из самых неожиданных и блестящих решений, что я когда-либо слышала. Это решает все мои проблемы и сохраняет поле стабильным. Все, что мне теперь нужно... Погоди, а о чем мы вообще говорили? Да, мне бы помощь не помешала. Взять помощника? Нет-нет. Завести собаку? Явно не поможет. Ладно. Так или иначе, организованность не самая сильная. Кстати, если ты мне добудешь кое-какие вещи, я смогла бы начать следующую серию опытов. Нетрудно догадаться, что я частенько забываю вещи. Оставляю, где попало. Давно пора бы научиться не разбрасывать. Сейчас мне нужны моя двемерская ложка-мешалка, мой слиток орехалка и мой великий камень душ. Сейчас это значит немедленно. Скорее принеси мне эти предметы, и я с радостью поставлю опыты на тебе. Нет, не совсем так. Я с радостью вознагражу тебя. Отлично. Жду не дождусь. Так, почему ты все еще здесь? А, правильно. Тебе нужно знать, где искать. Это будет полезно.
Так, ну и куда подевались эти пауки? Слава всем. Как ускарл ярла Лайвы. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Ярл объявил награду тому, кто победит дракона, наводящего ужас на окрестности. Вот, здесь все подробности. Взгляни. Тебе будут рады, Дрифтами, покуда ты соблюдаешь наши законы. Thank you.
Эй, ты! Как офицер имперского легиона, я требую твоей помощи. Генерал послал меня раздобыть мощное оружие, которое... Здесь находился последний оплот культа драконов. И говорят, что маска их вождя — это мощный артефакт. Прекрасно. Я провел исследование и выяснил, что Скорм Снежный Странник после осады оставил своих личных записей здесь. Я надеюсь, в них будут указания на то, как попасть в закрытые помещения крепости. Тебе стоит знать, что в Форухости водится нежить, но думаю, ты с этим справишься. Возвращайся, когда добудешь маску. Самые прочные клинки
Почему мы остановились? В чем дело? Сначала все тут зачистим, а потом соберем дорогу. Пора показать, из чего вы... Осторожнее с могильными камнями. Не хочу тащить тебя на горбу. Сначала все тут зачистим, потом соберем добычу. Наконец-то здесь появился кто-то, кто справляется. Thank you.
Пошли. У нас много забот. Сначала все тут зачистим, потом соберем добычу. Eyes open. Danger could be at. Получу момент и огляжусь, чем топать на обувь засаду. Вот они!
всегда приятно видеть надежных людей. Danger could be anywhere. Истинный Норд не страшится смерти. Важно только как... Thank you.
значит настоящий воин. Лучше улучшу момент и огляжусь, чем топать на обум за шаг. Ждет только победить. Boost. Мы тут все разбогатеем.
ловко справляешься. Отличное место для засады. Приятно видеть надежных людей.
всегда достается нелегко. Сначала все тут зачистим, потом соберем обычку. Пошли, у нас много забот. Пошли. У нас много забот. Легче шаг. Ждет только победитель.
one way to find out. Наконец-то здесь появился кто-то, кто справляется с работой. Сначала все тут зачем? Потом соберем дорогу. Thank you.
Я лучше улучшу момент и огляжусь, чем топать наобум в засаду. Пошли. У нас много забот. Осторожно! Сражаться за собственные убеждения очень благородно. Не теряй бдительности, рано или поздно она окупится. Готовьтесь, это неприятно.